Очаков ТВ представляет. Доброй ночи. Здравствуйте. Как вы? У вас настроение? Как обстановочка? Хорошо. Как у вас? Все лучше и лучше. Все лучше и лучше? Да. В чем лучше? Вы из какого города? Санкт-Петербург. А, и что у вас там лучше? Политическая обстановка стабильная, все стабильнее. Внешнее. Внешнее, а внутреннее? Внутреннее тоже хорошо. А внешнее это какая? Внешнее это что вы имеете в виду? В СФО хорошо обстоят дела. А, серьезно? Да. А в чем это заключается, можно узнать? Вот вчера буквально в Чернигове натовских генеральчиков там покрошили немножко. А, натовские генеральчики, это вы имеете в виду мирные люди, украинцы, в том числе ребенок. Это были натовские генералы, да? Французский там один генерал, он сейчас буквально без свидетелей ушел сам в горы и умер. А, это в горах. Удар по Чернигову, а он ушел в горы, да? Да, и умер. Ой, это кто? Скобеева рассказала такую сказку? Вы в нее поверили, да? Нет. Гордон. Кто вам рассказал такую сказочку? Гордончик. Что он рассказал? Французский генерал внезапно умер. В ту же минуту, когда прилетел в Чернигов. А где? Где он умер? Французы говорят, что он умер. В горы сам ушел и упал. Какие? Горы какие? В какой стране? Во Франции, якобы. А, ага. То есть во Франции умер французский генерал в горах. И из этого вы сделали вывод, что он был в Чернигове, куда бы ударили по мирным людям, убив мирных людей, да? Логика, конечно, у вас охренеть, блин. Мирные люди на выставке беспилотных аппаратов не ходят. А ребенка вы убили? Во время войны. Ребенка вы убили. Во время войны с детьми на выставку военных. А кто это тогда был с детьми там? Нормальные, я говорю, люди с детьми не ходят. Да, но вы же убили ребенка. Как это получилось? Это ваша вина. В чем? Вашего правительства, потому что они размещают склады среди мирного населения, размещают выставки, делают во время войны, зная об этом, что может прилететь в любой момент, что разведка работает. Все, а людей пускают, объявления вывешивают. Приходите, посмотрите на наши достижения, какие мы умные, сильные, непобедимые. А кто вам сказал, что там была выставка беспилотников? Ваша Труха Украина читал. Кто вам сказал, что она наша? Люди возмущались ваши. Почему допустили мирных туда? Почему допустили? Это так же самое, как в Краматорске. Помните, пиццерия подлетела? Да, официанты пострадали. Но зато наемников там было нормально покрошено. Это вам тоже Скобеева рассказала, да? Нет, я видео смотрел, как там... А, вы видео смотрели. Go, let's go, там сидели с этими, там у них даже какой-то батальон. Там, ага, кто снимал видео? Ваши же люди снимали. А, наши же снимали, и они же потом выставили, чтобы вы начали это все, чтобы вы это все вычислили и начали снимали на весь мир вот эту херню рассказывать, да? Нет, они снимали там, как один мама бежит с ребенком, якобы, перебинтованным, ранение в голову, грудной ребенок. А муж в это время бежит и снимает ребенка на телефон. Ему сейчас до телефона. Кто сказал, что это был муж? Это то, эту вашу фикцию. Ну, у вас 95-й кто сказал, квартал... что это был муж? Это ложь была, потому что... Кто сказал, что это был муж?
Ну, он же кричал там, она, давай звони. Что он кричал? Сюда. Он там, я муж, я тебя снимаю, давай то ты делай. А кто может забежать в дом? А потом взял и выставил, чтобы вы это увидели, да? Забежать в дом? И потом он это выставил, чтобы вы это увидели и начали... Начали изгаляться над этим, да? Он выставил. Это ваш 95-й квартал. А кто с его телефона мог выставить еще? Это ваш 95-й квартал выставил. Как с его телефона можно было выставить? Ну, я знаю. Выкинул он видео. Потому что это же было... Вы такие наивные, вы так верите своей скобеевщине. Это в том-то и дело, что вы наивны. Вы так верите этим всем фейкам, которые вам показывают. А во время войны не гуляют с детьми по выставкам с оружием. Не гуляют во время войны. А кто вам сказал, что эти дети гуляли по выставке? Не то, что там пострадали мирные люди. Кто вам сказал, что эти дети гуляли по выставке с оружием? Кто? Это ваше государство. Кто вам это сказал? Кто вам это сказал? И выставки делать. Кто вам это сказал? Телеграммы, каналы ваши. Какие конкретно? Возмущаюсь. Назовите мне хоть один авторитетный украинский телеграм-канал, который это сказал. Давайте. Сейчас скажу. Давайте. Как он называется, блядь, дети? Европейская Украина. Одесса, как она есть. Украина сейчас. А с чего вы взяли, что это украинские каналы? Если я сейчас создам канал, назову его «Раисия в перде», блин. Это значит, что я россиянин, который выставляет правду о России? Не-не, это украинский канал. Ну так, а с чего? С чего это вы взяли? Потому что у них здесь всегда перемоги. А, всегда, понятно. Что у них тут ага, все. Всегда перемоги, а тут какие? Один какие раз у... получилось не перемога, да? Как-то вот конфузивается. Какие украинские каналы? То есть вы не знаете ни одного, правда? Не можете. Ну, а 93-я бригада «Холодный Яр» — это украинская телеканал? Не знаю. Телеграм-канал. Не знаю. Не знаете? Нет. Знаете, какие есть телеграм-каналы? Есть NewsAider, например. NewsAider. Вот смотрите. Там есть видео, доказательства, факты приводятся все. Конечно. Конечно. Смотрите. Как его? Кличко с газовым баллоном. Смотрите нормальные каналы. Понимаете, не смотрите ваши фейки. Хорошо, ладно. Баллоном, ладно, да? Смотрите, у меня другой вопрос. Как вы относитесь к тому, что ваша станция «Луна-25»... А это все, что люди говорят, это все... Как вы относитесь... Ну, да, это ОБС, да, одна бабка сказала. Одна бабка сказала у вас это все. Одна бабка у вас сказала, я понимаю. Хорошо, как вы относитесь к тому, что у вас станция «Луна-25» перешла на нерасчетную орбиту и столкнулась с Луной, прекратив ее существование? Как вы к этому относитесь? А ну, я не услышал, я просто слушал. А ну, повторите, пожалуйста. Как вы относитесь к тому, что ваша станция «Луна-25», которая была запущена недавно, космический корабль, столкнулась с Луной и прекратила свое существование, прикиньте? Ну и что? Как Россия процветает в космосе? Перемога у вас. Процветает Россия в космосе? Получше, чем вы. Вы вместо того, чтобы тратить от 300 до 500 миллионов долларов в день на войну с Украиной, вы бы лучше занялись своими корытами, батутом, с которым вы забрасываете на Луну станции, и они там разбиваются, блин. Вам не кажется, что это было бы более полезно? Нет? Слушай, давай не будем рассказывать. Ты мне вот скажи, а вот эти показывают скотомогильники под жовто-блакитной тряпкой, гектарами, это тоже фейк? Тоже неправда? А, нет, то, что показывают, что ваши дохнут пачками в черных мешках, это правда. Уже почти 260 тысяч. Почти 260 тысяч ваших дохляков. Почти 260 тысяч дохляков уже ваших. В черных мешках вернулись. А те, кто без рук, без ног, там, с перебитыми там внутренними органами, их вообще, я даже боюсь себе представить, сколько вернулось. Понимаешь, это правда. Уже больше, чем 250 000 ваших подонков положили и положат всех, кто останется на территории Украины. Всех без исключения, понимаешь? Поэтому
Я понимаю, то, что ты радуешься, что убили ребенка, ты радуешься тому, что убили украинского ребенка, и говоришь, а нефиг там проводить выставки и так далее. Это показывает, что ты и есть нацистская мразь обычная. Обычная нацистская мразь. Рашистская. Ты знаешь, что такое рашизм, нет? Есть еще один такой, как его? Ты знаешь, что такое рашизм? Интересно. А вот тоже хлопец тоже. Ну, в общем, он человек не хочет меня слушать, естественно. Он включает там какую-то хрень фейковую. Вот. И что-то там они там трындят. Он думает, что я это буду слушать. Я же не слушаю эту херню. То, что вы все фейкометы. То, что Скобеева тебе рассказывает. Причем это Скобеева не обязательно сама Скобеева. Это могут быть ваши блогеры, все вруны и фейкометы. Ваши все телеграмщики, вруны и фейкометы. Ваша вся страна прогнившая, проросшая ложью насквозь. Я не тебе говорю, я говорю своим зрителям сейчас. Вся страна прогнившая ложью насквозь. Отлично, это мы сейчас... О! Есть. Все, чувака мы пустили в этот самый. Пустили его немножко в бан. Пусть показывает. Продолжает показывать. Своей семье, там, своим знакомым. Ну, вы все слышали. Добавить мне нечего. Не хочу это комментировать. Это меня... Очень этот полудурок разозлил, понимаете? Он так спокойно говорит о смертях, так спокойно их оправдывает. Вот так. Друзья, не забываем подписываться на все каналы мои. Распространяем видео. Кто хочет подписаться на Patreon, милости просим, конечно. Это самые... такие самые преданные подписчики. Вот у нас есть подписчица Светлана, вообще просто самая активная подписчица. Она и комментирует часто, очень интересные комменты у нее, кстати. Вот она на Patreon регулярно подписывается, ее дочка тоже, уже очень много времени, и она очень сильно помогает этим всем каналу. Вот, так что, друзья, кто хочет поддержать канал, под каждым видеороликом есть ссылочки, и я буду этому очень признателен. Ну и все, друзья, до новых встреч, пока!